Всем привет, друзья! Сегодня лучшая лига мира приехала в гости к Красноярскому Енисею, но не просто на тренировку, а на зарубу вратарей. Пожалуйста. Ну ты сильно подкрутил что-то его куда-то. Ага. А, Саныч, нашел. Восьмерка. Я на этот, на адрес ищу. Ты вторую восьмерку нашел. Свал. Все, считается. А давай в ножку. Умеешь? Вот и все, пожалуйста. Да ё-моё! Да ё! Ну, в центре самый большой, да? Си, 2-1. Блин, можно было тогда... Сиди, это... все, нормально, 3-1. Да он адрес ищет просто. Я хочу бить первый. Давай. Давай. Все. Давай. Все. Да, договорились. Первый почему-то отвечаю, вот, когда ждал. Ты, да, Вежа, да, ты да, тоже? Да, да. Че ты? Ты бьешь, я бью. Нет, да все нормально, давай, давай, давление, да? Заканчивай. Все нормально. Хороший кадр такой. Да, чуть не испугался, прикинь. Не, я ждал это в центр, понял? Ты ждал в центр? Да. Нет, ты чё? Ёкнуло очень. Браво. Ставки. Кого? Ножи. Слева забьёт?
тот же. Камера жива там, не? Это сразу можно в ФНЛ вернуть. Лучший Любимир. Не, ну я могу обманывать. А я нет. Ты не будешь? Я туда буду. А я туда тогда. А я туда. 1-1, да? Да, один-один. Спасибо, спасибо. Но я свое слово сдержал. Раз, два, три. Я сам все взял, я просто не знаю другие способности. Ну что, давай. Пожалуйста, Саныч. Я качнул вас, потом себя, потом опять. Не успел. Я сейчас буду запутывать, как это. Я влево, вправо, вот это можем делать? Мы сам. Можем, в принципе, так все склеить. Мое лицо ты сам не себе бьешь и сам отбиваешь. Моя родная! Штанга, друг, бля! Девятка, говорит, открытая. Вверх туда. Давай, так. Паша, вниз, Паша. Это уже тяжело. Чух. Да, щук! Да! Слышь, да я тебе скажу, что это такое себе, если чисто. Блин. А я, кстати, туда бил. Я просто по мячу не попал. Не, ну если подальше, то разбег побольше, времени восстановиться будет побольше. Быстрее иди ты, быстрее, 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 быстрее. Ой-ой-ой. Бля, хорош. Не, ну мастер, чё. Полулета, чего? Запишите, пожалуйста, это там это, запинайте, добавьте мне. Да, можно. Не, ну хотя бы уже не опозорился. Это в мой зачет пойдет. Сзади монтажи оставьте. Зато запинать.
Че за фарт? Шансов нет. Давай, Джексон, сравним. Да не, ну, а можно? Да естественно, да, я в камеру боялся попасть. Туда его. Оставить какой? Первый? Да нет, этот оставить, можно первый. Первый забил хоть. Не, но мы на вынос и бьем, ну, правильно? Да. Тяжело таки низко, чё. Ну, да. Да, его. Ё. Да не, это вообще добрый вечер. Один удар остается у Стаса, два у Жеки. А счёт, шанс есть. Один. А-а-а! Пробил за хорошо. Вообще мимо касс. Хотя летел так. Ну, смотри, ветер, выбрал. Ветер. Траекторию смотри. Выбрал, так все хорошо. Ну ветер поправку сделай тоже, смотри, сильный. Нормально. Давай, давай, давай. Еще одну попытку даю на 4, давай. Еще шанс есть. Если еще в ничью шанс? Уйдем, давай, давай. Ё-моё! Может, третий? Давай, у нас есть наказание, есть приз. Прошу. Я аплодисмент. Опа. Тихо, тихо. Давай, я поднимаю этот. Что, идем? Я сейчас буду выполнять наказание за челлендж, который я проиграл практически в сухую. Give me this for video. Давай, вот. Три, 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 три. Три, давай. Еще, еще одну. И барбекю соус. Соус барбекю. Ты, может, ему сразу скажешь и пойдешь туда? Нет, ну я как, надо проконтролировать. Ну, нам надо... Пойдем за рыбой. Рыба? О, привет! У нас тут челленджи. Челленджи? Да. Пожалуйста. Вот, приготовили специально для Стаса. Нам нужно... Для победителя челленджа, для ФНЛ. Победа это не твоё. Да вообще не любого спрашивать не повода, да? Стойте, стойте. Благодарю тебя.